Ну вот, наконец-то мы пришли на площадь Сан-Марко. Это башня посредине вообще как будто муляж, как будто сюда просто нафотошопили. Темно, особо ничего не видно. Я думал, что она будет как-то посильнее. Вообще она такая, вот шли-шли, оп, и ее нашли. Ну так описывали ее. Вообще прикольно. Собор, конечно, не такой огромный, но очень красивый и очень интересный. И эта башня просто нереальная. Ну, собор будем завтра разглядывать. Еще раз, дворец Дожи с этой стороны, площадь Сан-Марко, уже днем. Летающий лев, символ Венеции, и на крыше он тоже. Это все завтра будем смотреть, если получится билет взять нормально. Сумасшествие человеческое. Люди везде, людей миллион. Идем. Просто мало места. Поэтому кажется, что очень много людей. Красивый островочек этот. Что-то маджоры. Все это выучить, конечно, реально заморочиться и посидеть, получить. Как-то совсем уже мозг не хочется напрягать. Потому что когда все это каждые 3 дня меняется, мозгов не хватает. Все, вот музей Дожи. Да, в принципе, очередь не такая же большая. Если захотеть, можно это все найти. Вернее, все посетить. Но главное наслаждаться просто нахождением в Венеции. Погода вообще шикарная.